Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Немногим более половины российских автомобилистов считают, что на дорогах не хватает инспекторов ГИБДД. Если было бы больше, то водители вели бы себя культурнее. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Дром. Каждый пятый опрошенный заявил, что гаишников сейчас достаточно. Еще около 30% выступили за снижение числа инспекторов и увеличение количества камер. Трасса 101. 5-литровую канистру незамерзайки в Кирове можно купить и за 70 рублей, и за 100, и за 250, и еще дороже. Выбор огромный. Роспотребнадзор в очередной раз напоминает, что зимнюю стеклоомывающую жидкость надо приобретать только в проверенных местах. В качестве основного ингредиента ни в коем разе не должен выступать метанол. Производство такой незамерзайки в нашей стране давно запрещено. Вся информация на этикетке, состав, срок годности, производитель должна хорошо читаться. Не помешает и запросить у продавца сертификат. Трасса 101. Верховный суд еще раз напомнил, что водители, движущиеся с нарушением правил, заведомо будут виноваты в ДТП. Высшая судебная инстанция рассмотрела обстоятельства такой аварии. Один автомобиль двигался по своей полосе и поворачивал налево, второй в этот момент его обгонял. Первоначально суд признал неправым первого шофера, дескать, своим маневром он воспрепятствовал обгону. Однако выяснилось, что обгон-то на том участке запрещен. Таким образом, неправомерно признавать потерпевшими и других нарушителей, например, обочечников или тех, кто не разглядел красный свет. Трасса 101. Концерн «Калашников» запатентовал маленький электромобиль. Новинка носит такое знакомое и милое сердцу название «Иш». Правда, она удивительным образом походит на то, что ранее сделали французы в виде «Рено Твизи». Не то машина, не то игрушка. В общем, как-то не по-русски. Характеристики электрокара из Ижевска такие. Мотор мощностью 68 лошадей, запас хода 150 км, максимальная скорость 80 км в час. Производитель надеется на интерес к модели, в первую очередь, различных городских служб. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.